Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим проигрыватель пластинок Sony PS515. Проигрыватель оборудован двухскоростным двигателем с прямым приводом. Есть отключаемый режим кварцевой стабилизации, который в варианте Sony называется XTAL Lock. При этом сохранена возможность ручной подстройки скорости вращения по стробоскопу. Проигрыватель полный автомат. Позволяет проигрывать пластинки трех размеров 30, 25 и 17 сантиметров. Также предусмотрен ручной режим воспроизведения. На панели управления находятся кнопки старт-стоп, кнопка выбора скорости вращения 45 и 33 оборота, кнопка автоматического повтора воспроизведения пластинки и кнопка включения и отключения кварцевой стабилизации. Определенной изюминкой устройства является подсветка. В режиме стоп лампочка горит в полный накал. В режиме воспроизведения лампочка горит в полнакал. Для демонстрации работы я нашел замечательную грампластинку. Поют артисты цыганского театра «Ромен». Отметим, что данная пластинка была выпущена фирмой «Мелодия» в 1966 году, а значит все фонограммы с данной пластинки находятся в общественном достоянии на территории России. Поскольку закон определяет срок охраны авторского права на фонограммы равным 50 годам. Таким образом, данная презентация не нарушает ничьих авторских прав. Теперь посмотрим, как работает устройство. Если в сердце ноет рана, если взор тоска туманит, запою я песнь цыгана. А на сердце те природы надуву и пшала полывана киреду и кале чурия. В заключение послушаем одну песню с пластинки. Поскольку пластинка старая и находится не в самом лучшем состоянии, то я немного обработал звук, чтобы убрать лишний треск. Спасибо! Ай да зазнобила! Мою головушку, ай да зазнобила ли, вот и вот и вот и вот и вот,
мою раскудрявую. Бідаманги чавале, бідаманги романелі, бідаманги чавале. Ай дай паларека, ромадой тардена. Сирьоне баканас, сирьоне кленас. Чавале, бідаманг романелі, бідаманг чавале. Сирьоне баганас, сирьоне келенас, сиксаре ромале, ніжто зачивена. Бідаманг чавале, бідаманг романелі, бідаманг чавале.